Всем привет! И в этом видео я вам хотел показать, как я готовлю червяков перед рыбалкой. Берем червячков, накопал я их на даче. Навозные вот такие червячки. Высыпаем. Вот здесь их достаточное количество. Вот сколько червячков. И для данной рыбалки хочется мне добавить им запаха. Это можно сделать с помощью чеснока. Мелко порезав сюда чеснок или потереть на терке. Ну или через чеснокодавку. Вот. Лучше брать стебли чеснока, чем вот такой вот целый чеснок. Потому что от целого чеснока идет запах очень сильный. Когда зеленые стебли резать, запах будет намного приятнее. Либо можно взять вот анисовые капли, купленные в аптеке. Стоят они очень недорого. Там в районе 50-60 рублей, по-моему, такой пузыречек. Просто покапать и оставить на ночь перед рыбалкой. Также можно добавить кориандра. Червяк впитает в себя запах. Корицу также посыпать. Либо ваниль, ванильный сахар, кому как нравится. Вот такие чаще всего ароматы я делаю червяка. Иногда, конечно, не делаю совсем никаких ароматов. Чаще смазываю червяка звездочкой непосредственно на рыбалке, уже на крючке, когда он находится. Но в этот раз я возьму листочек мяты. Мята растет у меня на балконе, большой кустик. И просто вот так вот мелко порежу ее. И добавлю к червякам. На такое количество вот такого листочка будет достаточно. Запах сразу пошел, аж в нос бьет. Мятный такой. Так вот порежу его. Червячков, естественно, мы перемешаем. Некоторые перед подготовкой убирают землю из червей, чтобы как бы их очистить. Я этого не делаю, потому что в земле червяк сохраняется намного дольше. Так сказать, естественно, его среда. Перемешиваем. Прям комната полностью пахнет мятой. В любом краю, наверное, сейчас уже комната. Запах мяты можно ощутить. Вот так вот мы все это дело перемешали. И складываем червяка опять в баночку. И убираем в холодильник, либо в какое прохладное место. Если, как все знаем, если оставить червяка на жаре, он просто пропадет, сварится. И будет рассыпаться. Вот так вот ароматизировали мы червя мятой. Оставим на ночь. Теперь у нас червяк будет пахнуть мятой. Вот такие вот ингредиенты чаще всего я использую для ароматизации червя. Иногда, конечно, совсем его не использую, никаких ингредиентов. Можете как бы придумать еще свои. Кому как нравится, какие запахи у вас рыба предпочитает на водоемах. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!